проснись, и бой, проснись, и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Человек почти 3000 часов в год проводит во сне, а залог хорошего отдыха – это правильно выбранный матрас. Сейчас я вас научу, как это делать. А вот вставать-то вообще совсем и не хочется уже. Конечно, с таких матрасов, кто бы вставать хотел. У меня, кстати, дома такой. Тяжело на работу обычно уходить. Расскажите немного про производство. Оно у вас собственное? Оно у нас собственное производство. То есть в 2012 году мы основали фабрику, шили первый матрас, учились долго. В 2014 году мы уже вышли на такой хороший конкурентный уровень. Открыли шоурум в городе Благовещенск, потому что мы сами с Благовещенска. Открыли в Хабаровске, во Владивостоке, в западной части России пооткрывали. Начали с матраса, вышли на хороший уровень по матрасам, то есть конкурентный. У нас цена, качество, все почему? Потому что мы сами производим, это наш салон, это напрямую наша мебель. Я на самом деле была очень удивлена, когда узнала, что это российское производство. Наши тоже уже научились. В России на самом деле уровень по мебели, очень-очень сильно вырос. В каждых матрасах до сих пор есть пружины. Да, есть пружины, да. Но пружины не такие, как раньше были, а это уже пружины с блоком независимых пружин. То есть... Это не те самые бабушкины матрасы, когда ты просыпаешься, и пружина может оказаться где-нибудь под ребром. Да, потому что здесь используется вот такая волшебная вещь. За каждым матрасом вот он белый войлок идет. А сверху у нас уже идет, получается, начинка самого матраса. Начинки у нас тут разные, очень да. много вариантов. У нас так, есть. Для кого какие? С очень высокой плотностью. Он плотный, он больше эластичный. А для тех, кто любит потверже, у нас есть кокос. Да. Это кокос, это натуральный кокос. Все индивидуально, под ваш запрос. А еще компания запустила свое производство подушек и одеял. Есть ортопедические, с верблюжьей шерстью и с овечьей. В общем, выбирайте на любой вкус. Это, кстати, образцы. На них лежать можно. Пробую, так сказать. А при выборе мягкой мебели не забудьте на всей на ней полежать и посидеть. Главное здесь где-нибудь не заблудиться и случайно не остаться в дебрях на диване на каком-нибудь. Мне сейчас.